Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1377. События дня. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. За 23 сентября 2019 года. Публикуем обращение важное. Курсором останавливайте, прочитайте. Вот то, что интересовало, смотрел. Володя попросили с Никитой Устиновым до обеда попасти у них. Пастьба здесь по Теряевке день 500 рублей. Припёс ему 250, он ушел, взял плащ
такой, который мой отец носил, из брезента плотного. А тут дождь заморосил. Непрерывно, как из ситечки. Как он там, Володя? И в этот день уже дали указание не в 8 выгонять, а в 9. И поэтому обед уже не с 12, а с часу. Ну, как дождался. Хотел уже искать идти. Ну, показалось холодно. Он приходит. А у него нигде он не был в таком мокром, а просто высокая трава. Сапоги выливает из сапог в воду. Весь как лягушонок застыл. Я говорю, ты давай русскую-то печь затопи маленько, залезь на нее, да укройся одеялом, да до завтрашнего дня и проспишься. Ну, конечно, он это не сделал. Стали готовить, потому что это был понедельник. Вчера, сегодня вторник. Игорь уезжает в город, все, отослать подарки туда. Он давай тут разложил помидоры. А в воскресенье мы ездили за Карендой. Все еще ягоды это есть, набрали. Он по ведрам это все надо подписать, отвезти, а день короче. Ну, Володин, а я тут пришла Надежда Васильевна и ей показывать, которые у меня стоят ролики, как я ездил там, в Барнауле, что было. Ничего такого-то нету, событий никаких. Господь миловал, по милости Божией. Игорь начинал готовить комбайн, и дождь пошел. Ясное дело, никуда в поле уже не выйдешь. Вот свои, все тихо, спокойно. Все время вспоминаешь тех, которые не имеют свободы. Где, что. В такой тишине, в таком достатке. Ну, все есть, все. Володя нынче хлеб не стряпает ни разу. Я сушил сухарей, несколько мешков привез, посылал с Игорем. Ну, что-то осталось-то 2,5 недели, меньше 3. Нам уже время 10 октября, кажется, в четверг выезжать в Барнаул. Как что подготовить? Ну, по милости Божией. День прекрасно прошел. Возблагодарили. Дома все при нас. После обеда уже он не пошел на пастьбу, как договорились. Ему надо было съездить в районный центр Никите. Не знаю там что и как. Вот наши события и дня. Заканчивается все вечерней молитвой каждый раз утром. Встаем в 4:40. Ну, я встал тут сейчас. 15 минут было. 15 минут второго ночи сижу, тут ответы давать надо. Почта очень большая. В интернете. На этом все.